Уважаемые друзья, снова с вами компания Тосей. Прибыл к нам вот такой вот виш 2015 года для клиента из города Ангарска. Значит, двухлитровый. Неплохая у него комплектация. Цена 865 тысяч рублей, если мне память не изменяет. Значит, отличие у него от вишей 1.8 это 17-е вот такое штатное литье, аэродинамический обвес. На 1.8 тоже встречается, но редко. Значит, отличие еще оптитрон с красным оттенком и салон. Салон идет шестиместный. То есть вот такой вот неплохой виш. Данный виш с пробегом 29 тысяч километров. Аукцион у него, оценочка R. Здесь у него была окрашена правое крыло. Это вот и все. То есть, как видите, отличий краски никаких. Заказывайте через компанию Тосей. Все, всего доброго.